Ну что, ребята, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Tomb Raider. Охуенную игру. Скоро у нас с вами финал, уже больше половины прошли мы с вами, да? Кто не видел прошлую серию, там ссылочка в описании на плейлист, по ссылке в правом верхнем углу находится, да? На плейлисте и на прошлую серию, посмотрите обязательно. Это игрушка интересная, захватывающая и прикольная. Вот, а так вот, знаешь, поудобнее, давайте плейтик обязательно, приятно аппетит покушать, приятно чаепейте, кофе пейте, питья воды. Приятного просмотра, собственно. Надевайте пятик, потом просмотр еще раз. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, остановились мы с вами на чем? А, на том, что мы должны вернуться, да? В лагерь. Ох, челик. Ну, по идее, скоро должен быть уже финал. Погнали сразу. Погнали. Погнали. Мать, ты чё вообще? Чё, давненько сюда не заходил, да, получается? Бан. Поехали. Да ебать. Опа. Нам... Подожди, а вот это нам для чего-то, да? Здесь такого ничего нет, поэтому погнали сразу же. Сразу же, моментально. Сразу же идем. Собственно, не будем тратить время, да, так лишненько это. Да. Интересней. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Эндьюранс. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на 2 фильма, а то и сериал. Боже правый, это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию.
но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедует этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Уитман совсем обезумел, но жажда славы и богатства явно помутила его рассудок. Возможно, да. Так, подожди. Шо? Так, сюда, да? Да? Подожди, каким образом? Специально для таких, как я, да? Таких, как я, блядь, сделал, но... Давай будем накручивать кое-какие хули. Так, ладно, let's go. Давненько не заходил в Tomb Raider, давненько не заходил. Ебать, ты шо, мать? Да, ты можешь забраться. Хорошо, допустим. Короче, вот так делаем, смотри, раз. Сразу же прыгаем. Опа. Дальше делаем вот так. Еще раз. Еще вот этот трамплин. Ну, вроде бы правильно мы с тобой идем сейчас. Так, вроде бы как все правильно, да? А дальше нам все. Поехали. Бам. Бам. Ну, все пока читаем. Только гробницы тела. Расслабься. У нас приказ никому не впускать и не выпускать. Они убьют каждого, кто сюда зайдет. Ты что, морячков наслушался? Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку, да так и не вернулся. Брат, они тебя подкалывают. Не верим. Эти придурки любят наврать с три короба. Добрый вечер, ребятки. А нет, пока изично. Пока что изично. Давай на всякий случай перезарядимся.
Так, нам с тобой куда? Вообще туда наверх, да, получается? Получается, нам сюда с тобой. Добрый вечер. Здесь явно какие-то чилы есть сейчас, да? Чтоб назад, да, понимаю. Хорошо. Эту древнюю гробницу. Ебать. Подожди. Там вода. Ты аккуратнее будь. Посмотрим, что тут у нас. Это дары древним правителям Яматая? Или тут была какая-то битва? Скорее всего, второе. Хотя, не, скорее всего, второе, мне кажется. Но навряд ли дары будут шлем. Что? Да ебать! Навряд ли, хотя, может быть. Кто их знает. Все, let's go. Вот и ничок, сразу вижу. Да, пошла, пошла. Так, ладно, let's go. Опа. Опа-на. Где? Дробовичок. Сюда. Так, есть сохранюсь.
Вот так вот, ребяточки. Нехуй стоять в одну сторону смотреть. Да, прочитаем. Мы нашли гробницу, и тут появились демоны. Они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Снова этот солдат и демоны. Может, он имеет в виду те существа из монастыря? Может быть, из монастыря. Давай-ка, посмотрим с тобой. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова, но уж придется постараться. Это с точно. Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилось Сэмми, но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами и в полной безопасности. Да, вот это. А у дробовика что там? Патронник только добавился и барабанный магазин. Копим, 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 ребят. Пока копим с вами. 80 единиц никелара. Никелара. Так, ну, let's go, чё. Закроется, да? Гробница должна быть где-то внизу. Даже не удивлен. Лифт застрял. Даже, блядь, не удивлен. Я понял.
обратном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. 100%. Давай-ка мы здесь дверку откроем с тобой. Но было удобнее, да? Не? Не? Так, let's go наверх, посмотрим, что там должен быть лут 100%. Я ж тебе базарю. Центр агенту. Точка. Тринити недоволен отсутствием прогресса. Точка. Приказ овладеть феноменом звезды. Точка. Отправляем нового агента для обеспечения успеха операции. Точка. Похоже, этот озеро интересует не только меня. Ладно, сейчас не до этого. Угу. Ой. Нужно убрать остальные стопоры. Давай, давай. Как хорошо. Опа. Так, хорошо, значит нам теперь на третий нужно, да? Давай на третий. Здесь у нас ничего такого нету. Есть. Причем очень хорошо есть. Надо на второй. Туда. А, здесь просто. Ну, на 30-то давай сюда. Окей. Еще один, и лифт сдвинется с места. Нам наоборот выше, да, нужно? Да, скорее всего, выше нужно брать. На третьем мы убрали один. Значит, на четвертом два нужно убирать. Скорее всего.
как мне кажется, по крайней мере. Или здесь можно выше забраться? Сука! Подожди. Ты видишь, что там они все на месте? Нет, один остался, да? Опа! Вот это уже интересно. Подожди-ка. Прикинь. Ну, тогда все очень просто. Давай вызывай меня. Тогда все очень просто. Думаю, нет. Открываем. О, так, let's go. Двое. Лежит. Один шлем династии Джоу. Похоже, даже императорский. Как-то странно. Два охранника всего.
Ой, я не хочу сюда. Можно я не буду туда идти, пожалуйста? Карту нашли. Едет тайник, что ли? Им нахуй образом должен туда забраться. Поехали, чё. Так, у меня все готово, если что так. На всякий случай. Так, я на месте. Даже мне дадут, потому что тут очень большая локация, скорее сейчас здесь противники будут, я думаю. Что здесь? А вот это нам нужно. Ёпта. Понял. Вот там как будто бы тоже что-то лежит. Да, вон что-то лежит. Эти фигуры. Воины. Они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Да, очень верное решение. Очень какой верное решение. Красивый. И все еще острый. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать. Но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Thank you.
успокоились. Не такие жесткие. До этого прям было жестче, сейчас как-то глупо какая-то. Мать. А, нам туда в любом случае. Да уж. Интересно. Очень интересно и жестко. Самое интересное. Короче, понятно, какой, скорее всего, вопрос, что будет финал. Хотя, это лишь мои догадки. Лишь мои догадки. Опа. Лара, черт, где ты? Быть, не ори! О нет, что случилось? На нас напали! Помоги! Господи, нет! Я должна туда вернуться. Давай-ка мы это с тобой остановимся здесь и в следующей серии это как раз и сделаем. Спасибо за просмотр, такая серия была очень интересная. Недолгая, да, но довольно-таки интересная и теперь более чем понятнее, да, стало нам, почему бури происходят и как эти бури убрать. В принципе, спасибо за просмотр, телеграм-канал на ваших экранах, там инсайды бывают и уведомления о видео, чтобы вам было понятнее, когда выходит видео, да, и... Просто чтобы вам у вас точно были уведомления, когда выходит видео. Чтобы вы одним из первых или первыми видели новое видео. Спасибо за просмотр еще раз. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, не приятно. Это реально поддержка мне огромная. Спасибо заранее, кто это делает. Это реально огромное спасибо. У нас уже с вами, ну, 50 человек, 50. Это уже как минимум немало, знаете. Вот. В принципе, все, ребят. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.